десятки профессиональных и тысячи любительских команд уже исключили посредников, обратившись в Спортпринт. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на поединке 1/16 финала Кубка Севера, в котором сегодня сразятся представители высшего дивизиона футбольный клуб «Легион» и де-факто команда третьей лиги «Дубль Панорамы». Понятное дело, что к такому значимому для дружины Андрея Касторного событию «Дубль Панорамы» сегодня предстанет в максимально оптимальном составе и постарается получить удовольствие от футбола, сразившись со своим старым прекрасным знакомым. Но в любом случае турнирные реалии таковы, что сегодня, помимо того, что нужно проходить «Легиона» в кубковом противостоянии, то есть показывать максимум своих возможностей, дружине Андрея Касторного нужно еще держать в уме тот факт, что в случае успеха, в случае гипотетического успеха, в следующем раунде команда не сумеет рассчитывать на большое количество игроков основного состава. И понятное дело, что и так «Панорама» в противостояниях с коллективами высшей лиги считалась бы андердогом, так же, как считается и сегодня, так и вот этот регламентный нюанс, безусловно, будет вносить изменения в расклады сил на поле. Но обо всем об этом мы поговорим чуть попозже. Главный арбитр встречи Юрий Апанасенко уже дал свисток, возвещающий о старте этого великолепного кубкового противостояния. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. И давайте быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих сегодня команд. Коль уж с самого начала мы заговорили о «Дубле Панорамы», то начну оглашать стартовые составы именно с бело-голубых. В воротах под первым номером сегодня играет Григорий Касторнов. Егор Юрков, номер 5 в центре обороны. Владислав Куприянов, 13 слева. Юрий Василенко, 3 справа. Александр Юдин, 4 в опорной зоне. Илья Дутиков, 9 и Ромас Циклаури, 2 будут действовать по краям полузащиты. На острие атаки Васил Челидзе, номер 10. Сразу 3 футболиста есть в распоряжении главного тренера команды сегодня на скамейке запасных. Все они непременно сегодня получат свое игровое время. Есть возможность усиливать игру со скамейки буквально в каждую линию, так что здесь проблем не должно возникнуть. Но понятное дело, что многое будет сегодня зависеть от того, как будет развиваться это противостояние, от его хода. «Легион» в следующем сочетании сегодня выступает, наверное, особенно в сравнении с последними матчами в чемпионате высшей лиги, этот состав можно назвать максимально близким к оптимальному. Да, есть в любом случае все равно определенные кадровые сложности, в результате, например, которых капитану команды Александру Седову приходится действовать в центре обороны. Но, во-первых, вернулся в состав Папин Казарян после достаточно долгого отсутствие. Есть несколько игроков на скамейке запасных, особенно в свете поединков с ЦДК и Гефестом. Это значимое событие. Ну и в любом случае «Легион» сегодня считается несомненным фаворитом и по большому счету попросту обязан проходить в следующий раунд. Александр Дементьев, 35-й, защищает ворота легионеров. Александр Седов, 17-й, в центре обороны. Слева Кирилл Сумароков, 66-й, справа Сергей Миронов, номер 2. Дмитрий Ефремов расположился чуть выше тройки защитников. Виталий Абасов, 88-й, и Денис Бычков, 6-й, расположились в центральной линии. И Папин Казарян, номер 7-й, на острие атаки. Также есть возможности для замены. Правда, лишь 2 футболистов расположились на скамейке у легионеров. Это Павел Камушкин, 21-й, и Максим Лукьянов. Давайте и запасных, безусловно, «Панорама» я вам назову. Юрий Коноплев, 8-й, Владислав Гура, 11-й. И подъехавший буквально к стартовому свистку 6-й номер команды «Буадзе».
Все они, безусловно, получат сегодня игровое время. Я почти в этом не сомневаюсь. Тем более, что некоторые из игроков, расположившихся на скамейке, это, безусловно, футболисты основной обоймы, в частности, Юрий Коноплев, также является тем игроком, который в случае прохождения команды в следующий этап будет попадать вот под категорию тех футболистов, номинально называющихся основными. Вообще, достаточно обширный список в этом свете. Это и вся линия обороны, Василенко и Александр Юдин, и Васил Челидзе, и Юрий Коноплев, о котором я уже сказал. Все они имеют больше 40% за основную команду в нынешнем сезоне. И, следовательно, опять же, возвращаясь к регламентным тонкостям, в случае прохода в следующий раунд уже не все смогут принимать участие в 1/8 финала. Но, опять же, надо сначала проходить «Легион». А уверен, команда Александра Седова сегодня покажет свой максимум, потому как очень и очень давно уже легионеры не побеждали. Если быть точнее, то с момента последнего противостояния первого этапа чемпионата, когда «Легион» оказался сильнее МЗКП и добыл таким образом себе путевку в высший дивизион А. Много уже было сказано, избитая тема о том, что не удалось легионерам добиться ни одной виктории на втором этапе чемпионата. И, с одной стороны, безусловно, это катастрофический результат, особенно не забывая о тех кадровых проблемах, с которыми столкнулись красно-серые в концовке чемпионата. Но не стоит забывать, что по большому счету итоговая 8-я позиция, последняя в высшем дивизионе А, это историческое событие для «Легиона». И в любом случае сезон, на мой взгляд, можно считать успешным. Другое дело, что да, неприятный осадок ввиду вот этой вот безвыигрышной серии и всего один ничейный результат в 14 встречах, причем этот матч «Легион» по большому счету должен был выигрывать, но в противостоянии с Невой пропустил от Алексаняна буквально в последней же атаке поединка. Там была такая, ну не сказать, что трогательная сцена, но достаточно, скажем так, интересная, когда после этого гола Валерий Нуров подошел к руководителю «Легиона» Александру Седову и приобнял его так по-отцовски. Тем временем у нас «Легион» первый по-настоящему голевой момент создает, но выстрел пришелся в штангу ворот Григория Косторного. В итоге «Легион» так и не сумел разжиться победой. В последнем туре крупно проиграл «Голдшарку», хотя, честно признаюсь, думал я, что именно в этом противостоянии все-таки сумеют легионеры зацепиться за победу, но все-таки индивидуальное мастерство некоторых футболистов «Акул» позволило команде добиться результата, причем добиться крупной победы. По игре, наверное, счет 3-1 или 2-1 был бы более справедливым. Помним мы момент Игоря Дармакова, когда при счете 1-2 77-й номер угодил в штангу ворот соперника. Но, как мы все прекрасно знаем, в футболе сослагательного наклонения не бывает, так же, как нельзя никакие оговорки делать по ходу сегодняшнего матча. «Легион» встречается с командой, уступающей ему в классе. Говорил я о том, что номинально с командой третьей лиги, но все мы прекрасно понимаем, что, может быть, и не на 100%, но тем не менее, сегодня «Панорама Дубль» — это команда второго дивизиона. «Легион» в чужой штрафной, вот он момент, и выше ворот пробивает Кирилл Сумароков. После серии стеночек отвечают легионеры
своей опасной атакой на момент Васила Чилидзе. Возможно, кому-то показалось минуты ранее, что пробил Чилидзе здорово и застал врасплох Александра Дементьева. Нет, там был удар мимо створа, и в итоге счет так и остался неоткрытым. Ну а сейчас Александр Юдин пробил после скидки Васила Чилидзе. Да, у Панорамы достаточно старый комплект формы, и неудивительно, что после стольких лет выступлений в ЛФЛ уже у кого-то даже и номера подстерлись. Вот, например, у Васила Чилидзе нолик в цифре 10 виден с большим трудом, ну а у Александра Юдина такое чувство, что вообще номера нет. Но мы все прекрасно знаем этих футболистов, знаем их и в лицо, и по манере игры, поэтому с идентификацией никаких проблем возникнуть не должно. Вот Юрий Василенко подключается к атаке на вес, здесь Седов играет головой, затем Ефремов разряжает обстановку, Абласов мяч опускает, и есть возможность теперь свою атаку организовать у Легиона, очередную атаку. Достаточно спокойный темп у игры, но тем не менее команда играет в атаку с охоточкой, и не уверен, много голов мы с вами сегодня увидим. Вот, возможно, и сейчас первый состоится, штрафную зарабатывает легионеры, и эта точка действительно убойная, отсюда можно пробить как с правой, так и с левой ноги, то есть это и возможность для Попина Казаряна, и возможность для Александра Седова. Казарян, вот, к слову, встал возле той позиции, откуда стоит пробивать, а Александр Седов пробежался за мячом, и, судя по всему, именно капитан легионеров и будет пробивать с этой позиции, хотя, возможно, и какой-то розыгрыш мы с вами увидим. Александр Седов, к слову, вообще забивал достаточно много в те года, когда еще Легион не выступал в высшем дивизионе, я имею в виду и вторую, и, конечно же, первую лигу, которую триумфально легионеры прошли, и по большому счету ни у кого не было сомнений, что легионеры добьются повышения в классе вместе с Туманом в сезоне 14-15. Легионеры квалифицировались в высший дивизион. Вот Туман свое существование уже достаточно давно прекратил. Виталий Абласов, к слову, сейчас выступает именно за легионеров. Но ведь Александр Седов в том году был вторым бомбардиром команды. Больше всех тогда Дмитрий Токарев наколотил, забив 43 раза. Больше всех, я имею в виду, в своей команде. Ну а Александр Седов с 25 забитыми мячами стал вторым снайпером красно-серых в том сезоне. Понятное дело, что выйдя в вышку, проведя определенные перестановки в составе, в заявке, усилившись некоторыми игроками, роль Седова как снайпера, она отошла на второй план. Роль как снайпера, но не лидера. И теперь, особенно в свете матчей с такими грандами, как Интер, Гефест, Динамо и другие не менее топовые команды на уровне формата 8-8, роль Седова, она стала больше оборонительной, что ли. Все чаще и чаще мы его в опорной зоне видим. Вот даже сегодня, выступая в Кубке Севера, Александр занял позицию последнего защитника. Понятное дело, что это связано прежде всего с нехваткой футболистов на данную позицию. Нет ни Максима Белокрылова, нет ни Игоря Дармакова, кто могли бы сыграть на этой позиции. Но понятное дело, что интересы команды для ее капитана превыше всего.
Здесь штрафной легион зарабатывает. Недостаточно опасный, чтобы угрожать воротам Григория Косторного. Я бы сказал, вообще не опасный для этой цели. Но самое главное, что потеря мяча не состоялась, потому как во время нарушения правил неточную передачу легионер отдал, и могла контратака у бело-голубых получиться. Вот как и сейчас может. Хороший момент. Удар в дальний угол от Ромаза Циклаури. Как-то слишком пассивно его опекал Сергей Миронов. И получил не только возможность для удара Ромас, но и достаточно времени, чтобы прицельно пробить. Да, угол был островатый, попасть в створ тут еще надо было постараться. Но, тем не менее, это уже второй на самом деле звоночек для обороны красно-серых. Первый был в самом начале поединка, когда не сумел Васил Чилиза в створ попасть. А между тем уже половина тайма позади, и счет по-прежнему не открыт, и легионеров это не может не беспокоить. Панорама выдерживает темп лидера, пусть и также сказать, что контролирует ход встречи, не может. Здесь желтую карточку Васил Чилидзе получает. В верховой борьбе активно помогал себе локтями нападающий бело-голубых и получил за это заслуженный горчичник от Юрия Апанасенко. Седов, конечно же, от такого повреждения поля не покинет. Мы прекрасно знаем о бойцовских качествах капитана легионеров. Здесь Обласов классно финтом избавился от оппонента, но это без особого продвижения вперед. А здесь еще Миронов ошибается и дает возможность разогнать атаку сопернику. Седов, рикошет от него, и чуть было мяч в ближний угол не юркнул. И вновь на острие, вновь в центре нашего внимания Ромас Циклаури. Это он убежал в прорыв по левому флангу и выполнил передачу в штрафную. Подача на дальнюю штангу, на дальний фланг даже скорее. Здесь обратная передача в штрафную. Мяч в итоге отскакивает к Владиславу Куприянову. Еще одна попытка нагрузить штрафную Александра Дементьева заканчивается тем, что мяч в руках у голкипера оказывается. Седов играет направо. Миронов. Мароков достается по ногам. Даже в моей комментаторской кабине был слышен вот этот вот щелчок. Естественно, никто не спорит. Обласов нет. С левой ноги он пробивать не стал. Убрал под правую. Вроде бы все правильно делают подопечные Александра Седова. Но, знаете, немножко скорости, на мой скромный взгляд, не хватает команде. И именно поэтому успевают бело-голубые перестраиваться в обороне и максимально мешать сопернику. В итоге моменты все равно присутствуют, но в основном это все удары из-за пределов штрафной. Это, конечно, в какой-то степени все равно опасно. Помним мы и попадание в штангу в первую десятиминутку у легионеров. Но не сказать, ведь правда, что команда Александра Седова сейчас на голову сильнее своего оппонента и буквально издевается над ним, как вчера здесь на Флотской издевался над Русичем коллектив Антона Тимофеева. «Динамо» обыграла не просто с двузначным счетом своего оппонента по 1/16 финала, а сделала это сверхкрупно, 20-0. Вот здесь можно сказать, что разница в классе была настолько велика, что действительно чувствовалось, что с одной стороны играл коллектив высшего дивизиона, а с другой представитель самой
низшей в северной иерархии лиги. Ну а здесь вот первый момент возникает у появившегося на поле Максима Лукьянова. В одной из последних пауз 23-й номер вышел на поле. Поучаствовал уже не в первой атаке, надо сказать, но вот это вот была первая по-настоящему опасная. И не самым лучшим образом пробил Лукьянов. Возможно, немножко сказывается не давление, а вот некоторая осторожность форварда. Потому что уверенно возникнет такой момент у Попина Казаряна. Например, мы бы с вами увидели мощнейший выстрел. Да, возможно, и Казарян бы не забил, и у него бывают промахи из таких убойных позиций, но кардинально иное решение эпизода мы бы с вами увидели. Обласов играет налево. Ну и, к слову, необходимо отметить, что, насколько я понимаю, Виталий Обласов опустился в опорную зону. По крайней мере, именно он там чаще всего оказывается. Но, учитывая, опять-таки, ход противостояния, здесь сложно говорить о определенных тактических рисунках, потому как Легион атакует большую часть времени. Панорама скорее контратакует. И поэтому в наступлении красно-серых участвуют буквально все футболисты. Ну, разве что за исключением голкипера и Александра Седова, который, напомню, сегодня исполняет роль последнего защитника. Он вот оберегает Васила Чилидзе и соревнуется с ним в скорости в случае контратак. Пока, наверное, можно сказать, что справляется со своим оппонентом. Обласов играет налево. Сумароков. Смотрите, как высоко уже Сумароков поднимается. Казарян, удар! Здорово сейчас за счет партнера сыграл Попин Казарян. И еще одна замена. Павел Камушкин появляется на газоне. Поменял он Сергея Миронова. Миронов и Бычков сейчас отдыхают у Легиона. Сумароков, навес. Мяч остается у легионеров, даже в чужой штрафной. Умудряются красно-серые немножко почеканить. Вот стоило мне сказать, что... Не сказать, уж простите мне такую тавтологию, что Легион доминирует сегодня на поле и полностью переигрывает своего оппонента, как переигрывает команда высшего дивизиона, выступающего в классе соперника, как все больше и больше преимущество переходит к красно-серым. Точнее сказать, оно все больше становится отчетливым, что ли. Ну и панорама максимально концентрируется на игре вторым номером, думая о том, что по большому счету нужно именно грамотно сыграть в обороне, а свой момент впереди мы-то уже как-нибудь и найдем. И вот он, например, возникает, и на 23-й минуте панорама счет в матче открывает. Васил Чилидзе становится автором этого гола. Не успел я сказать, что на поле Юрий Коноплев в центре полузащиты у бело-голубых появился. Вот именно через него сейчас эта атака развивалась. В какой-то момент мне показалось, что немножко затянул с принятием решения Коноплев, но в итоге все закончилось как нельзя лучше. Васил Чилидзе счет открывает на 23-й минуте. Сказал я вам о том, что в первую очередь нужно грамотно игру в обороне выстроить панораме, а свой-то момент они найдут. Вот они его и нашли, и Чилидзе пробил. Может быть, не идеально, может быть, не великолепно, но этого удара хватило, чтобы открыть в сегодняшнем матче счет 1-0. Панорама дубль впереди.
в противостоянии с Легионом. К слову, уже достаточно много матчей Кубка позади. Игрались они и вчера, и позавчера. Ну и быстро по итогам пробежимся после розыгрыша вот этого стандарта. Легионеры, уверен, теперь еще сильнее начнут давить на владение Григория Касторного. А значит, и контратак мы можем увидеть поболее. Чилидзе сейчас за мяч снова зацепится. Один в один с Седовым остается. Но здесь в оборону возвращается Попин Казаряна. Но мяч доходит до Коноплева. Моменты. И если бы забил бы сейчас Юрий Коноплев и сделал бы еще 2-0. Вот это, конечно, была бы сказка для бело-голубых. Казарян, хотел я его похвалить, что он вернулся в оборону, занял позицию одного из дефенсеров, подстраховывая Александра Седова, и в итоге даже мяч было к нему отскочил, но в итоге он чуть было не ассистировал Коноплеву, который выскочил один на один. Ну так, по результатам пробежимся. МЗКП и Аксиома Групп открывали программу 1-16 финала Кубка, и здесь коллектив высшего дивизиона не сумела обыграть оппонента. Здесь Казарян чего-то заводится. Да, ему досталось по ногам, но простите, вы играете против команды третьей лиги. Чего вы хотите? Понятное дело, что когда ты уступаешь в классе, ты в большинстве случаев всегда пытаешься взять свое нахрапом, что ли. И, безусловно, чаще всего это заканчивается жесткими стыками, грубыми фолами даже. Вот мне до сих пор вспоминается ситуация, когда Терминатор, ныне несуществующий, имел дубль и играл в третьей лиге, и на первую свою игру в истории команда Ивана Кара, дублирующий состав команды Ивана Кара, приехал с многими своими звездами, с Дмитрием Биджама, с Андреем Идрисовым, с Владимиром Апреликовым, с Денисом Рустаном. И, естественно, играя против команды третьей лиги, которая значительно уступала в классе красно-черным, всем этим лидерам доставалось достаточно по ходу 60 минут игрового времени. И в какой-то момент я даже услышал одну реплику от Дмитрия Биджама, которому жестко досталось в подкате на поле на Дубнинской 36, мол, господи, зачем я сюда вообще приехал? Ну, понятное дело, что это было сказано немножко с иронией, но необходимо понимать, что если в матчах высшего дивизиона против тебя играют опытные соперники, опытные защитники, которые чаще всего за счет именно опыта свое берут, то в третьей лиге, чаще всего и происходят более жесткие стыки. Сейчас досталось Денису Бычкову, и очередной штрафной зарабатывают легионеры. Казарян пробивает едва не с центра поля, и этот удар заканчивается голом. Вот это да, там безусловно был небольшой рикошет, но мы, наверное, все-таки этот гол на Казаряна запишем, уже потом сможем уточнить по окончанию матча, на кого именно Юрий Апанасенко запишет это взятие ворот, но сейчас гадать не будем. Попин Казарян. Прямой удар со штрафного, не без помощи рикошета, 1-1. Если бы панораме до начала поединка сказали бы, что к концу первого тайма их команда будет играть в ничью с коллективом высшего дивизиона, наверное, они, не задумываясь бы, согласились. Но сейчас, когда Васил Чилидзе открыл счет на 23-й минуте, наверное, можно сказать, что этот гол в раздевалку, безусловно, расстроит бело-голубых. Но, наверное, это справедливо. Легион на гол-то уж точно наиграл. Возможно, не было такой россыпи действительно голевых моментов.
стопроцентных шансов, но преимущество красно-серых было подавляюще. Здесь Александр Седов фолит в жестком стыке, пытаясь отобрать мяч у Рамаза Циклаурия. Попал ему по ногам, но быстро разыгрывает бело-голубые. Юрий Коноплев второй свой голевой шанс упускает, а это ответ Легиона Бычков. Но это, конечно, не выход один на один, тем более, что мяч неудачно Денис Бычков обработал, а затем его еще и вовсе потерял. Два хороших момента подряд в течение минуты мы с вами увидели. Сначала с розыгрышем стандарта и ударом Юрия Коноплева из пределов штрафной, а затем ответ с пасом Попина Казаряна в одно касание на Дениса Бычкова и вообще в итоге несостоявшимся ударом. Хорошую игру мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. 1-1 к концу первого тайма, возможно, за последней атакой первой половины мы с вами сейчас посмотрим. Чилидзе играет назад, Куприянов всем своим видом показывал, что будет бить, грузить штрафную, а в итоге эта передача была на Чилидзе. Снова Куприянов, заброс на дальнюю штангу, но здесь Кирилл Сумароков, и было наивно, безусловно, полагать, что Юрий Василенко за спину этот пас получит. Ну что ж, дорогие друзья, 1-1 к перерыву, отдыхаем буквально минутку-другую, а затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Теперь у вас появилась возможность приобрести любую спортивную экипировку, мячи и инвентарь ведущих мировых производителей с внушительной скидкой. Sportprint M. Завершился перерыв в матче Кубка Северной Лиги, 1/16 финала. Первая стадия, в которой свой турнирный путь начинают команды высшего дивизиона. Дубль Панорамы встречается с Легионом, с восьмой командой высшего дивизиона. После стартовых 30 минут игры у нас на табло ничья 1-1. Васил Чилидзе открыл счет ближе к концу первой половины. Легион сумел отыграться благодаря штрафному в исполнении Попина Казаряна. Дальний выстрел Форда рикошетом от кого-то из игроков, стоящего в штрафной площади, Григория Косторного, завершился эквалайзером. Ну и начал я в первой половине говорить о других результатах кубка, но остановился сразу после первого поединка, в котором Аксиома Групп оказалась сильнее представителя высшей лиги МЗКП. Сейчас посмотрим до конца за этой атакой. Здесь получает по ногам Казарян и штрафной зарабатывает. Здесь Александр Седов продолжает выпрашивать желтые карточки у оппонентов, и Юрий Апанасенко говорит ему, что, мол, будешь выпрашивать, я тебе желтую карточку покажу. Здесь понятно возмущение капитана легионеров, откровенный Егор Юрков после свистка выбивал мяч на чужую половину поля, но уж точно не на главного арбитра необходимо пенять сейчас легионерам, что они не могут обыграть команду третьего дивизиона. Да, понятное дело, что возможности усилить дублирующую команду игроками основы тренерский штаб бело-голубых не преминул воспользоваться, но в любом случае дубль Панорамы должен быть обыгран, что ли, легионом, ну не на одной ноге, но с завидным перевесом. Итак, возвращаясь к результатам кубка, Аксиома группа оказалась сильнее МЗКП, Стелла и Фалькон выдали великолепную голевую перестрелку, Стелла вела с комфортным преимуществом, но в итоге сыграла в ничью 6-6, по пенальти прошла дальше, ну и Динамо переиграла Русич с катастрофическим для последних счетом 20-0, и также пробилась в следующую стадию. Также необходимо помнить, что ввиду снятия с
всех турниров Наргамаша и Азимута в следующую стадию пробились и Аэрофлот со сменой. Также, наверное, уже можно сказать, что это команды высшего дивизиона. И летчики, и дружина Александра Гавриленкова уже математически добились повышения в классе. И в следующем сезоне будут представлять элиту Северной лиги. Поэтому, наверное, и справедливо, что именно эти два коллектива получили такое бонусное место в 1/16 финала и противостояние с Азимутом и Энергомашем. И вот эти вот пять коллективов: Аксиома Групп, Стелла, Динамо, Смена и Аэрофлот уже пробились таким образом в 1/8 финала. К слову, Смена будет встречаться с победителем этой пары. Ну а Аксиома Групп сыграет с Практиком. Номинально матч Голдшарка и Практика, такое у нас акулья дерби, еще не состоялся, но есть уже информация от одного из руководителей Голдшарка, что сегодня на матч против Практика они не соберутся. И таким образом зеленоградский коллектив без боя также пройдет следующую стадию. Также еще один матч состоялся в Кубке Севера, но проходился он не на Флотской улице, а на стадионе в Бескудниково, и там беда оказалась сильнее Бингабу. Беда таким образом. Аксиома с Практиком, Смена ждет своего соперника в этом противостоянии, ну а Динамо в 1/8 финала сыграет с победителем пары Штурм Родина. Наверное, на всех поединках 1/16 финала мы останавливаться не будем. Попросту перечислять, а ради перечисления другие пары нет необходимости. Но, безусловно, необходимо отметить, что сетка заранее построена таким образом, чтобы четыре лучших коллектива Севера, Интер, Динамо, ЦДК и Гефест, не пересекались до полуфиналов. Это очень интересное и разумное решение. Опять же, все это в итоге сводится к тому, чтобы увидеть три великолепных матча, если, конечно же, никто не вылетит ранее, и кто-то из других команд не преподнесет сюрприз. Необходимо помнить, безусловно, что кубок — это возможность в следующем году играть в Еврокубках. Если турнир выиграет кто-то из команд первой четверки, про Голдшарк, наверное, уже говорить нет смысла, коль уж он на свою встречу не явится, то в Кубке ЛФЛ в следующем году будет играть, понятное дело, не победитель второго по значимости турнира Севера, а APC, который свой матч будет сегодня проводить, 1/16 финала, и сразится с Бураном, который, в свою очередь, также рвется в высшую лигу и уже обеспечил себе участие в стыковом турнире. Ну, опять же, есть еще и возможность дополнительного бонусного места. Оно появится, если в Кубке ЛФЛ в финальном матче Гефест возьмет трофей. Тогда APC получает это самое место не как де-факто победитель Кубка, а именно за счет бонуса от Гефеста. И Нева сыграет в следующем году в Еврокубках также. Но это все не более чем расклады. Пока, наверное, на стадии 1/16 финала об этом рассуждать, ну, наверное, несколько некорректно. Но Легион, который, безусловно,
кулуарах обсуждал возможность попадания в Еврокубки после того, как команда пробилась в топ-8. Вот сейчас имеет эту самую возможность, но для этого нужно хотя бы обыграть сейчас дубль Панорамы, затем доказать, что команда Александра Седова сильнее смены. Ну а дальше уже будет совсем уж тяжело, откровенно говоря, когда кубковая сетка будет сводить команды топ-уровня между собой. Но цели ставим поэтапно, понятное дело. Пока Легион и в 1/8 финала-то не прошел, все еще может измениться. Штрафную зарабатывают футболисты Панорамы. Васил Челидзе там поборолся здорово. Ну и напомним регламентные тонкости. В случае, если 60 минут времени победителя не выявят, никакого дополнительного времени не будет. Сразу серия после матчевых пенальти до выявления победителя. У мяча Владислав Куприянов, именно 13 номер, будет пробивать этот штрафной, но на самом деле он там напрашивается, передача владения Дементьева, но вовремя все увидел, как и я, и мы с вами, Александр Седов, и чуть-чуть изменил, собственно, расположение, и в итоге этот вариант у Куприянова отпал, пришлось пробивать, пробил, откровенно говоря, плохо защитник Панорамы. Ну, а затем еще и передача в штрафную уже в следующей фазе атаки получилась также неточной, и Александр Дементьев возобновляет игру ударом от ворот. Сумароков играет вперед на Камушкина, тот напротив. Начал двигаться к своему партнеру. Абласов здорово сыграл на перехвате, снова Сумароков. Идет вперед и вновь пасует штрафную, но на этот раз защитник эту передачу прерывает. Абласов, Юдин, в центр, Казарян, это удар, это напрашивающийся удар, особенно если вы знаете, как играет Папин Казарян, на этот раз его выстрел точным не получился. Ну и, наверное, правильное решение, особенно учитывая столпотворение игроков в штрафной Григория Косторного, там рикошет может быть, а возможно и Павел Камушкин на добивании сыграет. Вот Казарян еще раз на ударной позиции, и на этот раз сам не попадает седьмой номер, с линии штрафной пробивал, но вновь лишь легким испугом отделался Григорий Косторнов. Постепенно игра возвращается к своему ритму и темпу первой половины, когда Легион почти беспрепятственно атакует на протяжении большей части времени. Ну а Панорама надеется на контратаки. Абласов не прошла эта передача на Сумарокова, открывавшегося в штрафной. Здесь Юдин неудобную передачу Миронову отдает, тут на бровке головой вроде бы сумел мяч сохранить, но затем немножко оступился и равновесие потерял, а теперь приходится бежать назад. И хорошо, что Виталий Абласов здорово здесь отобранялся и мяч в аут выбил. Василенко. Навес. Прошу прощения, Василенко на ближней ко мне бровке, конечно же, находится. Это Владислав Куприянов там пытался вновь обострить ситуацию в чужой штрафной длинной передачей. Пока у 13-го номера, к сожалению, не получается. Юдин. Здорово оборонялся. И мяч у Лукьянова отобрал. Вот опять-таки, помните эпизод в первом тайме, когда на ударной позиции Лукьянов оказался? И не сильно пробил в сторону ворот Григория Косторного. Вот сейчас, словно продолжение того эпизода,
Вроде хорошо набрал темп, вроде хорошо и вперед шел, но в какой-то момент словно застеснялся и принял решение разворачиваться, а соперник, который на самом деле уже остался позади, от такого подарка, естественно, отказываться не стал. И спокойно у него мяч отобрал. Очередная замена у Панорамы. Сейчас перестановки произойдут, потому как Юрий Коноплев после выхода Буадзе переместится в центр поля. Челидзе, неплохо, удар! И кто там, Александр Седов на пути мяча оказался, приняв удар на себя и не позволив таким образом Дементьеву вступить в игру. В хорошем смысле слова, безусловно, не позволив. Камушкин не готов к приему мяча оказался в этой ситуации. Буадзе играет назад, Коноплев на контроль. Решили поиграть немножко бело-голубые. Не особо. Стараюсь обострять игру. Ну, а Михаил Буадзе, это, конечно, футболист, вызывающий просто море уважения в таком почтенном уже возрасте. Играя против команды высшего дивизиона, и пока за вот эти вот мгновения, что мы его видели во втором тайме, абсолютно ничем не хуже он других футболистов команды. Смотрится органично, играя в темп. В общем, мои аплодисменты этому ветерану. Честно признаюсь, никогда до этого его в деле не видел. Да и вообще, Панорама для меня в большей степени как чистый лист новый. Да, безусловно, мы все прекрасно знаем, кто такой Васил Челидзе, как могут играть Ромас Циклаури и тот же Юрий Коноплев. Но вот как команда для меня Панорама, это вот небольшое открытие. Сегодня не доводилось мне комментировать игры с участием бело-голубых. Тем более, что достаточно давно команда Андрея Косторного вот играет во второй, в третьей даже лиге. Вылетали бело-голубые, но сумели возвращаться в второй дивизион. А сейчас Попин Казарян второй гол забивает. Великолепный по точности выстрел. Точно в уголок. И от дальней штанги мяч затем вылетел в поле. Посмотрел Юрий Апанасенко. Несколько секунд, куда же именно пролетел снаряд после выстрела Попина Казаряна, и затем зафиксировал взятие ворот. 2-1, два стандарта, два штрафных удара. Позволяют легиону переламывать ситуацию, если мы говорим про счет поединка, и выйти вперед за четверть часа до конца поединка. Очень интересно сейчас будет посмотреть, что Панорама предложит легионерам. Теперь-то, наверное, отсиживаться в обороне нет абсолютно никакого смысла. Оберегать минимальное отставание, наверное, не самое лучшее решение в кубковом противостоянии. Но не думаю, что прямо сейчас Панорама раскроется. Еще достаточно долго играть до конца поединка. А вот если третий гол забьет легион, то, наверное, можно будет начать поздравлять легионеров с выходом в следующий раунд. Но, повторюсь и выскажу свое мнение, не таким должна быть победа легиона над дублем Панорамы.
Ефремов, появившийся с скамейки в последней паузе, сейчас проиграл единоборство при вводе мяча из боковой, и дело в итоге завершилось дальним ударом Владислава Куприянова. Думаю, сейчас выстрелов по владениям Александра Дементьева поприбавится. По крайней мере, это стало бы логичным завершением поединка. Дементьев далеко вперед вводит мяч. Камушкин сохраняет снаряды своей команды. Казарян под пяткой. Обласов. Хороший пас штрафную. Казарян 3-1. И повторю свою фразу. Наверное, мы имеем полное право начать поздравлять Легион с выходом в следующий раунд. Долгожданная победа. Ну и как-то слишком просто сейчас развалилась оборона бело-голубых. Виталий Обласов несколькими движениями корпуса раскачал оппонентов и выполнил пас в штрафную. Казарян таким эпизодом, таким шансищем воспользовался сполна. 3-1. И хитрик Попина Казаряна. Опять же, не до конца уверен я, что первое взятие ворот арбитр запишет на счет форварда. Но, тем не менее, как минимум ко всем голам сегодня Казарян приложил непосредственно свою убойную ногу. Для Легиона в высшем дивизионе уже завершился чемпионат, и кубок – это последние матчи сезона, и получается только от красно-серых теперь зависит, сколько матчей еще проведут легионеры. Казарян был близок к четвертому голу, но не сумел перебросить Григория Касторного. Тот здорово прочитал ситуацию и сумел выручить свою команду. Ну а что касается дубля «Панорамы», то команде еще предстоит завершить сезон в третьей лиге. Основа также выступает во втором дивизионе, и там тоже еще не все матчи сыграны. Так что для бело-голубых это была хорошая тренировка с возможностью попробовать свои силы на уровне восьмой команды высшей лиги. Почему нет? Вчера, правда, основная команда «Панорамы» без шансов уступила «Булату» с разгромным счетом 1-9. А вот дубль «Панорамы» на этой неделе не играл и получил техническую победу, не выходя на поле. Много команд в каждом дивизионе снялось в третьей лиге в этом году. Так что вот такие вот результаты, они достаточно чистые ближе к концу чемпионата. Ну и отметим, что дубль «Панорамы» плохо выступает во внутреннем первенстве. Лишь 15 место за несколько недель до окончания чемпионата. Но у дублей, как мы все прекрасно знаем, иные цели, нежели добывание результата. На самом деле, нужно рассказать про турнирный путь бело-голубых, тем более, что там есть интересные нюансы. В частности, дубль «Панорамы» прошел дальше по турнирной сетке своего основного коллектива. Более того, на третьем раунде дубль «Панорамы» с минимальным перевесом обыграл «Диких ежей», которые, что интересно, в предыдущем раунде, на предыдущей стадии оказались
сильнее основной команды «Панорамы». Интересно было бы посмотреть, если бы и основа, и дубль сумели бы пробиться в 1/64 финала. Играли бы они между собой или же специально разводили бы их по сетке. Наверное, на этот вопрос мы с вами ответить не сможем. Но отметим, что в первом раунде дубль «Панорамы» лишь по пенальти сумел пройти ММЗ «Авангард». Затем во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Речника» 9-3. Далее была вот эта вот самая победа над «Дикими ежами» в тяжелейшем поединке 5-4, который завершился. Ну и в предыдущем раунде в 1/32 финала «Панорама» дубль оказалась сильнее «Гепардс». Но дружина Дмитрия Гитбендера, расценив свои силы, решила попросту не приезжать на этот матч и сосредоточиться на внутреннем первенстве. Цель у гепардов — повышение в классе. И сейчас команда ведет сражение за выполнение поставленной задачи. И необходимо сделать еще один шажок для того, чтобы в стыковой турнир попасть. Ну а дальше в таком скоротечном турнире, как переходные матчи между высшей и первой лиги, где розыгрыш двух мест в вышке проходит по круговой системе, каждый с каждым, нужно показывать свой максимум. И, безусловно, игры кубка, они, наверное, были бы не кстати для гепардов. Силы которых, безусловно, не безграничны. Хотя именно в физической форме и в четком осознании дела и кроется успех красно-черных. Доигрывают откровенную встречу команды. Меньше 5 минут у нас остается до конца. Александр Седов, Виталий Абласов отправились отдыхать. Сергей Миронов получил капитанскую повязку от замены и у «Панорамы» проходит, Рамас Циклаури также отправляется на скамейку запасных. «Панорама» провела хороший матч. И, наверное, за такую игру стыдно, как минимум, бело-голубым быть не должно. 3-1 против команды, завершившей чемпионат в высшем дивизионе на 8-м месте. Это более чем достойный результат. При том, что сама «Панорама», основная команда, сейчас идет на 7-м месте во второй лиге. Но дальше пройти, безусловно, было крайне тяжело бело-голубым. И было понятно, что «Легион», фаворит этого поединка, должен одержать-таки, наконец, столь долгожданную победу. Последний раз красно-серые побеждали еще 17 декабря. 2-1. Виктория над МЗКП увенчала успешное выступление в первой части сезона. И голы Попина Казаряна и Дениса Бычкова вывели «Легион» на историческое 8-е место вышки. Миронов. Передача в центр. Лукьянов. Назад. Казарян. На позиции последнего защитника неожиданно оказался. Удар, заблокирован выстрел. Здесь Касторнов будет первым на мяче. Возможно, даже и контратаку можно попробовать провести. Чилидзе. Играет центр. Ну и здесь Юдин мяч потерял. Камушкин. Плотно его встречает Егор Юрков. Ну а Казарян целенаправленно на позиции последнего защитника оказался после ухода
с поля Александра Седова. Бычков. Удар. Не опасно. Не очень уверенно сыграл Григорий Касторнов после этого выстрела. Там был небольшой рикошет, поэтому рисковать не стал молодой голкипер. Ну, наверное, этот гол вряд ли бы состоялся без грубой вратарской ошибки, которая не случилась. Сегодня еще много будет интересных противостояний на Флотской. Целиком день будет посвящен кубковым поединкам. Здесь можно было, наверное, и пенальти поставить, но Сумароков не стал падать на газон, продолжил эпизод. Абласов, потеря, и сразу же мяч вернулись и легионеры, а затем вновь его потеряли. Но Циклаури в итоге, набрав скорость, не сумел сохранить мяч в поле. Далее Европа с Нефтяником здесь сыграют, и, положа руку на сердце, не уверен я, что именно команда Павла Дятловицкого в этом противостоянии будет считаться фаворитом. Ну а затем будет небольшая пауза и много-много-много других противостояний. Много из них наверняка завершится разгромными результатами. Здесь Казарян забивает в эффектном акробатическом этюде и подводит итог этому противостоянию. 4-1. Казарян за шкирку выводит легион в следующую стадию Кубка Севера. Ну а я, дорогие друзья, на этой ноте с вами прощаюсь. Для вас эту встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания. Вышивка эмблем любой сложности. Спортпринт М.